Нарушение исполнения трудового законодательства выявила Котласская межрайонная прокуратура в ходе проверки. Установлено, что с сентября прошлого года по февраль текущего руководство компании задолжало работнику более 56 тысяч рублей. Между тем, средства на выплату имелись. Межрайонная прокуратура в действиях Ивлевой усмотрены признаки преступления, предусмотрено частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть полная невыплата заработной платы более 2 месяцев. По результатам прокурорской проверки органам Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Ивлевой по указанной статье. Сейчас руководство лавандерии нарушение закона устранило. Задолженность погашена в полном объеме. Кроме того, работнику выплачена компенсация за нарушение работодателем сроков выдачи заработной платы и трудовой книжки. В Котласе это уже второй случай привлечения к ответственности директора частного предприятия за нарушение трудового законодательства. В конце февраля, также по итогам прокурорской проверки, в суд было направлено уголовное дело в отношении вологодского предпринимателя. Он задолжал работникам региона центра птицеводства около 3 миллионов рублей. Иски пострадавших на сумму свыше 600 тысяч рублей уже удовлетворены.